Проект бюджета, дорожный фонд и молодежный парламент. На очередном заседании Совета депутатов городского округа Люберцы, которое прошло в онлайн-режиме, парламентарии обсудили несколько вопросов. Во главе повестки – проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы. Как и ранее, городская казна будет дефицитной. Разница между доходами и расходами составит 740 миллионов рублей. Чтобы завершить реализацию действующих программ, в администрации планируют взять кредит – порядка 400 миллионов рублей. Объем доходов бюджета прогнозируется в размере 11 миллиардов 341 миллиона рублей с ростом к 2020 году 104,5%. По структуре доходов 43,8% доходов приходится на собственные налоговые и неналоговые доходы. Это составляет 4 миллиарда 967 миллионов. К уровню 2020 года 94%. То есть мы наблюдаем здесь снижение. И 56,2% – это межбюджетные трансферты в сумме 6 миллиардов 374 миллиона. Проект городского бюджета принят депутатами единогласно. Теперь он будет вынесен на публичные слушания. Они пройдут 27 ноября в 15:00, также в режиме онлайн.